Гомель и Павлодар подпишуть пагадненне об супрацоўніцтве. Гэта адбудзецца падчас візіту делегацыі Павлодарскай вобласці Казахстана на Гомельшчыну, які распачнецца сёння. Падчас двухдзённай дзелавой паездкі госці азнаёмяцца з прамысловым і турыстычным патэнцыялам рэгіёна. Наведаюць прадпрыемствы Жлобіна, Рагачова і Гомеля. Сярод іх БМЗ, Гомсельмаш, Спартак. Таксама будуць падпісаны пагадненне об супрацоўніцтве паміж Гомелем і Павлодарам і свабоднымі эканамічнымі зонамі абедзвюх абласцей. Гомельская мытня подвела выники службовой деятельности у первом квартале этого года. Плановое задание на гэты период выполнено амаль на 103%. За первый квартал Гомельская мытня подрихтовала до разгляду амаль 730 административных справ. Кошт конфискованных товаров склал больше, як 720 тысяч белорусских рублей. Узбуджены 4 криминальные справы, из них 3 по факте незаконного перемещения наркотичных и психотропных речевов, и одна связана со спробой перевозу боеприпасов. Спынены 3 спробы дачи хабару службовым особам мытні. Змянился график работы установ аховы здоровья у выходные и святочные дни красовика и мая. Так, 24 красовика больницы будут працавать, як и у любы інши понеделок. На радаўницу 25 красовика больничные установы пяройдуть на график святочного дня, а 29 красовика будут працавать по субботним графику. Что тычется 1 и 9 мая, больницы будут обслуговывать насельництва по графику работы святочного дня, 6 мая по субботним графику, а 8 у штатным режиме буднего дня. Особный график вызначены для поликлиник, а так само аптек, организации переливания крови. У понеделок 24 красовика яны будут переведены на режим працы субботнего дня, 25 красовика на режим святочного, а 29 красовика пройдет у буднем режиме. По графику работы святочного дня гэтые установы будут працаваць 1 и 9 мая. У субботу 6 мая пяройдут на режим буднего дня, а у понеделок 8 на режим субботы. У выходные и святочные дни у амбулаторно-поликлиничных установах, приемных отделениях больниц, травматологичных пунктах, отделениях интенсивной терапии и реанимациях будут працаваць наибольш квалификованные специалисты. Будут так само организованы административные дежурства во управлении аховы здоровья. Намесник Головного державного санитарного урача Гомельской области откажет на пытанне жыхару региона. Ростислав Миколаевич Зинович сегодня проведет прямую телефонную линию. Звертаться можно с 9 до 12 годин по номеру телефона у Гомеля 75 19 86. Одиноких пожилых гамельчан со святом Великого дня повиншовали сестры милосердности областной организации Белорусского товариства Червоного Крыжа. Зараз у Гомеля працуют 7 сестер милосердности, у каждой прикладно 4 подопечных. Это пожилые одинокие люди, часто инвалиды. С нагоды Великого дня каждого из них сестры милосердности наведали с подарунками. У Гомеля стартовал 4-й международный турнир по интеллектуальных гульнях «Фавор». Удзелу с поборництве примают 15 команд школьников с Беларуси, России и Украины, знаўцаў основ христианской культуры. Тема гульни сёлета гучыць як новомученники и исповедальники православия. По своим наполнении турнир «Фавор» – это не только интеллектуальные гульни, але так само знакомство удельников со святыми славутостями Гомельщины. По словам организаторов, подобные турниры содействуют духовному, моральному и интеллектуальному развитию. Развитию молоди, а так само поширению ведов школьников у галине христианской культуры. Приводить у парадок прибережные зоны водоемов на передадне открытия сезона массового отпочинку будут подчас республиканской акции «Чистый водоем». Яна распочинается сегодня. У акции примут удел работники межрайонных и областных инспекций аховы живельного и рослинного свету, супрацовники Минприроды, представники органов улады, студенты и школьники. У минулым ходе подчас проведения такого мероприемства от смети было очищено больше, как 2000 километров береговой линии водоема Украины. Дарэчы, сёння интерактивная передача «Добрый вечер, Гомель» запрашае поговорить про рыбную ловлю, яе правилы и законы. Вельми часто первая рыбалка для початкоўца рыбалова становится горким расчарованием. Подводить снасти, надворье, принада, а сама рыба нияк не жадает трапляться на крючок дилетанта. Як привабить удачу, куды отправиться на рыбалку и якими ведами узброиться, каб не порушать закон. Специалисты и удельники программы откажут на гэта и іншие пытанне, а так само познаёмить ледачу со старожитными белорусскими приладами для ловли рыбы. Добрый вечер, Гомель, у прямым эфиры сегодня у 20:40 на Беларусь 4. Телефон студии 37-519. У ближайшие 4 дни у Гомелі по улице Свиридова на участку от улицы Крупской до улицы Феодюнинского заборонены рух у всех видов транспорту, окромя громадского. До 23-го красовика тут будут ремонтовать проездную частку. Объехать закрытый участок можно будет по улице Лепяшинского. Держалта инспекция просит удельника у руху проявить терпение и загодя выбирать інший маршрут.
Лидеры клубного жаночего белорусского хандбола сегодня сойдутся у вочным поединку. Гомель и БНТУ «Белаз» проведут матч третьего этапа чемпионата Украины. Гульня отбудется на паркете Гомельского палаца гульнявых видов спорту. Початок у 18:30. Напередодні стало вядома, что гандбольный клуб «Гомель» заключил новое працоўное пагадненне с тренером жаночей команды Томашем Чатаром. Яно разлічана на год. Славянский специалист в минулом сезоне привел гомельчанок до перемоги у чемпионате Украины и Кубку Беларуси. Двойчы под его керавництвам Гомель выигрывал Балтийскую лигу.